Добрый день, дорогие зрители, это единственный и неповторимый Феном, и сегодня я вам предлагаю 48-ю часть моего прохождения игры Ведьмак. Итак, в предыдущей части мы занимались разными вещами в деревне Темноводье, и, в принципе, да, мы собирали всякие предметы, которые могут помочь уладить дела между людьми и водяными. В принципе, о чем я говорю, это те предметы, которые Юлиан, как бы, можно сказать, предводитель людей в деревне, и жрец водяной, который, как бы, считается главным среди миролюбивых водяных, они оба должны преподнести какой-то дар владычице озера, и тогда она поможет уладить все дела между ними, если я так правильно помню. Я бегал туда-сюда, и ничего, в принципе, не мог понять до того, как до меня дошло, что на том алтаре, на котором высечена статуя владычицы озера, что там было написано то, что мне нужно было ей принести. Вот теперь я подобрал оба предмета, один с Юлиана, один со жреца, и вот когда будет ночь, тогда пойдем искать владычицу озера на острове, и будем надеяться, что ей эти дары понравятся. А также, продолжая расследовать убийство Алины, нам надо теперь идти и собрать осколки ее зеркала. И этим мы сейчас будем заниматься. Как видите, ее зеркальце, как всегда, немного лагов, когда мы заходим на новую территорию, на которой мы до этого не были, и я вижу полуденница. Неправильный меч. Благодарю. Знак арт готов. Кончили. А это кто такой? Ага, полуденницы еще ходят тут вокруг. Итак, осколок зеркала Алины. Отлично. Что это за место? Что такое? Костер. Лачуга отшельника. Как мне сюда зайти? Наверное, отсюда. Интересно, здесь кто-то живет вообще? Ой, точно, отшельник. Чем могу помочь? Ведьмак может чем-то тебе помочь. У меня есть проблема, которую я не могу решить. Чем я могу помочь? Неподалеку расположено кольцо друидов, а в нем статуя богини. Это место лучится силой и привлекает туда множество опасных созданий. Неудивительно. Дикая охота начала недавно посещать кольцо. Ее король надеется привлечь души воинов, которые покоятся в курганах рядом с моей хижиной. Я уже имел дело с охотой. Чем я могу тебе помочь? Я хочу, чтобы ты убил 9 призраков. 9 – священное число для друидов. Возможно, появление я на время отгонит короля охоты. В награду я дам тебе книгу о вампирах. Подарю один или отдам венок из бессмертника. Интересно. Помни, король охоты — опасный противник. И ни один смертный, даже ты, не сможет сразить его. В таком случае, как же мне сражаться с ним? Найди корень мандрагоры около курганов возле хижины. Он поможет сдержать короля охоты. Просто зажги свечу, которая стоит внутри круга, и окропи пламя мандрагорой. Надеюсь, это поможет. Хорошо. Извиняюсь. Я собрал корни мандрагоры. Чем могу помочь? Посмотрим, что же у него за предметы. Книга Филина, меч... Так, бомба, это меня не интересует. Яд... Рецепт эликсира Леса Марибора. Ага, этот рецепт я уже подберу. Потому что Дагона я собираюсь прикончить.
Бомба и масло, это меня не интересует. Это я читал, читал. Зелье Петри. Сила знаков Ведьмака. Да, почему бы и нет. 500 оринов, но... Что ж. Формула... Ой, черт, не тот предмет. Формула зелий, которую я еще не видел. Это пойдет. Бомбы. Экстракт Деври. И этот свиток тогда тоже закупим. Так. Все остальные книги, похоже, я уже прочитал. Ага. У него есть алкоголь. Это надо закупить. Дистиллят... О, с корней мандрагоры. Да, это знакомая вещь. Сок. Это не очень интересует. Омела, тюльпаны, вербена. Корень мандрагоры у него тоже можно купить. Но мне, походу, у меня она уже есть. Посмотрим. Трахея. Ля-ля-ля-ля-ля. Не похоже, чтобы у меня был этот корень мандрагоры. Да, у меня его не было. Ладно. Прочитаем все эти свитки. Отлично, все это уже прочитано, и теперь можно это все отдать обратно. Чем мог... Точнее, продать. А, я не могу это продать. Вообще зачет. Но зато я ему могу продать клыки Фледера. Что я еще? Ай, черт, это вино. Не интересует. Да, вроде все. Заперто. Это наверняка его домик. Лачуга отшельника. И у него тут интересно, что-то могу найти. Это что было? Старшая кровь. Прочитаем. Ну ладно, что-то там просто в глоссарии, но это мне особо не поможет на данный момент. А, во, еще корень мандрагора. На всякий случай подберем целую ораву этих корней мандрагоры. Ничего не поделаешь. А, он здесь, ладно. Посмотрим, что он еще может нам хорошего рассказать. Да, я кое о чем тебя хочу спросить. В чем дело? А, пошло-поехало. Кто лежит под курганами, которые стоят возле твоего жилья? Это могилы рыцарей, которые умерли в служении владычице за много веков. Гавандер защищал ее честь против рыцаря Черного Черепа. Элеверер погиб у подножья ее алтаря в сражении с водной тварью. Могила Борса символическая, поскольку он не вернулся из святого странствия. Последний курган — это Рейнард, обычный трактирщик, который не разрешал посетителям писать в озеро. Ага. А кто лежит под пятым курганом? Последний курган пуст и ожидает своего героя. Любопытно. Кто такая владычица озера? Хоть я и служу ей, она остается для меня загадкой. Я знаю, что она богиня. Временами я вижу ее
облаченный в белое, грядущий через утренний туман, ступающий босыми ногами по росистой траве». «Она тебе нравится?» «Я люблю ее. Она богиня. Я верю, что владычица не из этого мира. Таинственным образом она влияет на все окрестности, защищая живущих тут людей, даруя им изобилие. Но ее влияние незаметно, и она никогда не демонстрирует свою силу». «Интересно. Чем могу помочь?» «Да в чем?» «Так. Что делает венок из бессмертника?» «Тебе он может пригодиться». «Да, я кое о чем...» «В чем?» «Интересно, он может мне пригодиться». «Я слышал, что ты хорошо знаешь легенды о Святом Граале». «Ты ищешь Святой Грааль?» «Возможно. Сперва мы должны поговорить». «Ты должен знать, что легенда о Святом Граале изучалась много веков. Ее интерпретировали и так, и этак». «Уверен, что ты можешь подбить для меня итоги. Ключевые факты о самом Граале. Скажем, три теории». «Говорю же, их сотни. Но хорошо, три так три. Классическая теория, которую я полагаю более истинной. Теория заговора. И, наконец, самая загадочная, философская или мистическая теория. О какой рассказать?» «Расскажи о философско-мистической теории». «Это непросто. Но общее положение таковы. Грааль — это идея, общая концепция добра. Поиск Грааля — это ничто иное, как обычное стремление к совершенству, поиск идеала». «Любопытно». «Грааль лишен какой-то конкретной формы или образа. Он разный для всех. Это может быть предмет, идея или открытие. Это может быть даже поиск правды о самом себе». «Эта теория гласит, что поиск Святого Грааля – это цель сама по себе. Результат уже не так важен». «На что ты намекаешь?» «Я служу владычице, и я прозорливее, чем ты думаешь. Я знаю, что ты вернулся в мир живых из смерти, вероятно, в поисках чего-то. Но это не мое дело. Но помни одну вещь». «Какую?» «В конце твоего странствия Грааль может оказаться совсем не тем, что ты вначале ожидал найти». «Ага. Блин, мне интересно, надо прослушать все эти теории». «Спасибо тебе и прощай». «Че? Да в чем?» «Эх, черт, вот эти легенды о Граале. Если честно, мне как-то кажется, это вообще не в кассу ко всей этим. Пойдем-ка лучше... Да, вообще пойдем сейчас круг. Посмотрим, может, мы сразу можем там браться. Задание. Охота на дикую охоту. Ладно. Ё-моё. Это мне, походу, помогает знаку Игни, да? А, и это не круг друидов, это круг элементов. Упс. Да. Нужно идти сюда. О, чёрт! Ah!
тоже. Наконец-то. Так, жахнем. Где у нас тут эликсир ласточки? А, осколок зеркала Алины. Еще эктоплазма. Так, свеча друида. Мандрагора. Сколько же мне надо его добавить? Не та кнопка. Ладно, это я сделаю тогда. Я подозреваю, что если уж призраки, тогда они должны появляться ночью. Так что просто продолжим наш поход за зеркалом. И я думаю, вообще с этим кругом друидов тогда разберемся в другом. Может быть, даже в следующем видео. Или, если попроще сказать, в следующем заходе на эту поляну. На данный момент разберемся с Алиной. И точнее с ее зеркалом. Так. Куда же мне надо идти, я не понимаю. Ничего особенного. Не знаю, что это вообще за место. Так, следующая часть зеркала должна быть у мельницы. А почему на нее больше нокдаун не действует? Это что за прикол? Да, удачно удалось подцепить ее на силовой стиль. Мне казалось, что я там что-то видел в дистанции. Но, может, мне это просто показалось. Ладно, это пронесло. Сколько ласточка еще будет действовать? Еще достаточно времени, мне кажется, чтобы собрать все осколки зеркала. И потом надо будет пойти куда-то отдохнуть и опять наварить эликсиров. Мне кажется, я вижу эту полуденную невесту, которая ходит там по крыше. Это обычно. Отлично. Блин, что такое со мной, что я все время нечаянно кликаю эти кнопки? Так, это не были... Это были старые ингредиенты, это хорошо. Так. Ну что ж, невестушка, потанцуем. О, как я удачно ее подцепил на силовой стиль. Да уж, вот это удача. Отлично, с зеркалом разобрался. Альвин. Двигай. Черт побери. Мог бы он просто съебаться домой. Извиняюсь за выражение. Так, зеркало, малинник. Так, пойдем зеркало соберем.
А, вот. Да что такое? Ну и еще ключ вместе с лагом. Вместе с этим. Ай, ладно, забудем. Так. С ней разобрались. Нужно добраться до дороги, насколько видно здесь. Да, вот до этой дороги. Нужно спуститься вниз, и полуденная невеста будет ждать меня около прохода к берегу. Так, ее не вижу пока что. А, она здесь где-то должна. А, вот она. Привет. Я пришел потанцевать. И удар. Красава. О, что происходит? Ох, черт побери. Геральт! Геральт! Я же просил тебя спрятаться, если возникнет опасность. Я... Знаешь, Геральт, я слышу голоса. Всех этих женщин, что здесь живут. Они говорят со мной. Они мертвы, Альвин. Геральт, что я такое? Меня многие боятся. Когда думают, будто я не слышу, называют меня дьявольским отродьем, вельзевуловым семенем или уродцем. Нет в тебе ничего злого. А эти люди дураки, Альвин. Они просто боятся, что ты им нанесешь вред. Но я хочу, чтобы люди меня любили. Я не хочу, чтобы они умирали. Что мне делать, Геральт? А, черт побери. Попробуем этот вариант. Твои сны и видения — это дар, Альвин. Дар, а не проклятие. Ты сам должен решить, как использовать его на благо. Я это запомню. Зачет. Так, мне нужно найти ремесленника, который сможет сделать зеркало. Посмотрим, я могу его по карте искать. А, проход к деревне. Ладно, пошли в деревню. Да уж, не нравится мне это место. Из-за того, как в первом Ведьмаке сформулировано движение, что... Ты не можешь там, например, подняться там на ступень выше или еще что-то такое. Ну, просто подняться, там, прыгать и тому подобные вещи сделать. Такие места так трудно проходить, потому что ты не можешь просто напрямую через поле пробежать. И все эти ограничения просто выносят мозги. Так, куда мне тут надо было идти? А. Очередная полуденница. Один удар, хедшот, все отлично. Теперь уматываем отсюда. Отлично, я уже вижу выход. Вот что любопытно, если я сюда выйду ночью, буду ли я находить пол... Не знаю, наверное, полуночниц. Как-то так они будут называться. Ну, скажем так, ночной эквивалент полуденниц. Кто знает. Так, кстати, надо посмотреть, где я вышел. Может быть, я могу быстро сбегать до разрушенного моста и посмотреть, что же там такое. Да, так и сделаем. Наверняка мне... Ой, ё-моё. Черт, не посмотрел, куда я иду. Да. Наверняка я смогу к этому кузнецу отнести зеркало. Он не сможет его сделать. Так, выдвигаемся. Это волки. Тоже хорошо. Здорово.
там руины, в которых я привидение хотел со мной сыграть в покер. Я его за это прирезал. Ну ладно, то, что в покере он хотел Альвина выиграть, но... Надо же держаться в такте. Черт побери. Вот этого я не хотел увидеть. Где эта тварь? Значит, они могут вылезти и во время дня. Это хорошая информация. Что опять происходит? Ой! О, сколько их тут? Геральт, просто бойся, мать моя женщина. Вау. Отлично, я ничего сделать даже не могу. Ладно, это был интересный момент, конечно же. Попробуем еще раз. Эликсир ласточки. Недостаточно долго еще действует. А, блин. Почему я не могу воспользоваться? Так, один. Нужно быстро его прикончить, пока у него друзья не прибежали. Есть что-то захавать? Да, можно яйцо виверны съесть. Как бы мне тут заработать? Что-то происходит? Приветствую вас, господин. Боюсь, дальше вы не пройдете. Мост разрушен. Послушайте моего совета. Я каменщик и строитель мостов. Не то чтобы нельзя было перебраться. Там дальше нет ничего, только леса да луга. Спасибо за предупреждение. Тебе не нужна помощь ведьмака. А вы ведьмак, господин? Да. Господин! Как долго ты будешь чинить мост? Примерно месяц, если только эти проклятые дымовые перестанут нам мешать. Месяц? Но я вижу только маленькие трещинки. Но я не просто чиню мост, я делаю его шире. Это будет мой дар духам реки. У них будет лучший мост в Тимерии. Ага. Нужен ведьмак. Труд всей моей жизни на грани разрушения. Только ты можешь спасти меня от этого безымянного рока и снять с сердца моего печать страдания. В чем дело? У меня был сон. Духи реки, преисполненные отчаяния, просили меня о помощи. Меня, скромного слугу владычицы озера. Только один раз в жизни мы получаем шанс показать свою преданность и верность. Понятно. Старым мостом, о котором я заботился, долго никто не пользовался, и он вышел из строя. Но духи привязаны к мосту и старому руслу реки. Они попросили меня сделать все так, как было раньше. Чем я могу помочь? Рок давлеет надо мной. То, что мы с сыном возводим за день, быстро разрушается ночью. Я готов поклясться, что это проклятые дымовые. Я могу помочь, но это будет тебе стоить денег.
Я могу предложить на выбор 400 оренов или книгу о призраках и короле дикой охоты. Или ты можешь получить помощь моего сына на время опасных походов по полям. Он отличный лучник. Идет. Иди к старухе, которая живет в деревне. Но берегись. Она ведьма. Сам я боюсь ходить к ней, но она может знать способ отвадить домовых. Хорошо, я схожу к ней. Ха. Приветствую, господин. Можно и без господина. Я Геральт. Для меня это настоящая честь, Геральт. А с луком обращаться умеешь? Лучше всех в деревне. Попадаю в яблоко с 50 шагов. Отлично. Да? Прощай. Ничего интересного здесь. А откуда насчет этой упряжи я узнал? Черт, я два раза видел. По-моему, два раза потряс экран. Пощады не дам. Да, нужно зайти к эльфийскому ремесленнику за вознаграждением. Ну вот еще одна причина вернуться обратно на берег. Но на данный момент я пойду обратно в таверну. Там чуть-чуть помедитируем и все дела. Сделаем новый эликсир, распределим очки талантов за новый уровень. И тогда закончим это видео. Да уж, это то, что вот меня прикончили эти сколопендеры чертовы, даже не ожидал, скажу честно. Как-то, я не знаю, имея в виду систему боя в этой игре, они как-то читерски меня прибили. Особенно то, что даже когда ты сражаешься, если ты можешь поддерживать эту комбинационные эти удары, тогда вроде тебя не должны ударить. Но они им все равно, они все равно тебя шмаляют как хотят. Поэтому как-то, не знаю, по-читерски все это кажется. Но это может быть чисто так для меня. Мне кажется. Ну что, да, прикола ради, прочитаем. Осколопендроморфа. Уязвимость. Серебро и масса до инсектоидов. Иммунитет. Да, ничего тут даже и не написано о том, как против них сражаться. Так, там Юлиан. Мне нужен трактирщик или трактирщица. Да. Чем могу? Да. О, 5 оренов. По-моему, было 7 в предыдущий раз. Любопытно. Итак, опять таланты. Черт с ним. Можно и этот талант подобрать. Все приемы рукопашного боя, почему бы и нет. Уклонение. Посмотрим, у меня прокачаны все на третий уровень, по-моему, да. Что у нас здесь? Повреждение, только если ведьмак под действием кровопотери. Любопытно. А здесь... А, блин, эти таланты вообще-то очень такие неплохие. Длительность оглушения, да. Возьмем это. И... Иммунитет к ослеплению... Уклонение. Пойдем на это. Дальше алхимия. Заварим несколько белых чаек. Основа очень высокого качества для приготовления эликсиров. А, значит, просто какое-то говно там не сделаешь. Так, ладно, ласточка.
Так это получается, у меня их уже штук 4. Сделаем еще одну. И тогда, что у нас еще тут есть? Волк, пурга, кошка. А, блин, еще одну кошку бы сделать. А, получается, из мандрагоровой настойку, там даже ее не надо переделывать в белую чайку. С ее сразу можно варить зелье. Ладно. Так. Что еще? Поцелуй. Увеличивает сопротивление кровотечению. Хорошо, росомаха. Ага, это ясно. Я вообще этот эликсир заварил хоть один. Да, целые две штуки. Ладно. Зелье Петри. Из Марибора. Ива. Да, больше ничего тут не нужно. Одну кошку, значит, надо заварить. И одно зелье Рафарда Белого. Да, вроде все заварил, что смог. Медитируем 4 часа. Посмотрим, сколько токсичности снимется. А, почти вся снялась. Ну, это подойдет. Ладно, на этом тогда и закончим сегодняшнее видео. Я надеюсь, что вам понравилось. Если это так, тогда подпишитесь на мой канал. Если поставите лайк или напишите коммент, это тоже будет очень-очень полезно. И также не забудьте, что у канала есть свои странички в Фейсбуке, Твиттере и ВКонтакте. Ссылки на них можно найти в описании этого видео. И да, вот и все на сегодня. Спасибо вам за то, что смотрели. И увидимся в следующий раз.